Уважаемый господин посол, уважаемый господин директор, господа организаторы и коллеги, хотелось бы поблагодарить всех вас за приглашение принять участие в таком уникальном проекте, как этот выставочный праздник. В праздничных мероприятиях, посвященных открытию выставки. Благодаря которым мы открываем архивы нашей памяти. Acestea sunt momente care, mulțumită cărora deschidem arhivele memoriei noastre. В городских архивах Санкт-Петербурга хранится около 11 миллионов единиц хранения. 11 milioane de exemplare, de unități există în arhiva de stat a orașului Санкт-Петербург. Это, как правило, документы, которые являются единственными источниками, по которым можно изучать давно прошедшие эпохи и события. Источники эти очень востребованы историками, социологами, литераторами, политиками, гуманитариями, очень многими гуманитариями многих поколений, как Санкт-Петербурга, так и России. Поэтому эти источники являются исключительно ценными для изучения событий, которые, как мы надеемся, это событие будут иметь позитивное продолжение в истории государств и народов. Архивы всегда хранят память. И сегодня мы присутствуем на событии, которая возрождает историческую память, связанную с такими личностями, как последний русский император Николай II и король Румынии Карл I. Мы надеемся, что эта выставка будет востребована, позитивна, будет пользоваться большой популярностью, как и у жителей столицы Румынии, Бухаресты. Receptată pozitivă atât de locuitorii Bucureștiului, так и у гостей вашего замечательного города. Всего доброго. Și de către oaspeții orașului nostru din Mahovăru.